север Норвегии. Приехал порыбачить. Порыбачил. Еще стоит лед. Сейчас июнь месяц, середина месяца уже. Вот закрою, вроде бы как бы ездит. Не знаю, попробую позакроем, поискать что-нибудь. Щучку, окушка. Сейчас двину дальше. Вот. Нахожусь недалеко от города пока. В горах пока лежит снег. Ну, завтра скатаюсь на горные озера. 3-4 дня у меня есть для рыбалки. Да. Порыбачил. Елки-палки, везде лед. Закрой. Ну, вот там метров через 300 озеро, чистая вода вроде как. Там были тоже места неплохие, окуневые, по крайней мере. Сейчас, наверное, все-таки рановато еще. Ну, выбор у меня невелик. Позднее я тут оказаться не могу. Пойду там дальше что-нибудь поищу еще. Тут везде снег лежит. Еще. Ой, да. Вроде бы лес, место открытое. Все в снегу. Ну вот, нашел местечко без льда. Недалеко, конечно, от трассы, блин. Шум, гам от машин стоит. Хотелось бы в тишине посидеть, отдохнуть. Ну ладно. Хоть что-то, какое-то утешение. Буду пробовать здесь. Тем более, вон, рыба у нас плескается. Видимо, форелька гоняет малечка. Что-то такое. Вон, щучка, видимо, плесканулась в берегу. О, рыба есть. Буду пробовать. Поставил рапаловскую зацепляечку. Она делает медленную проводку. Вот. Буду пробовать на нее. Цепляться, конечно, пока нечему. Горбач вышел. Горбач за блесенкой вышел у меня. Ну, что-то неактивный. Не захотел он брать блесну. Не повторил. Рыба-то ходит. Рыбу видно хорошо. Блесну пока не хотят. Сейчас я сделаю ход конем. Поставлю, наверное, удочку. Пойду к велосипеду обратно. Ну, вот эти вот блесенки рапаловские работали всегда хорошо, конечно, из-за плеечки. Блесна большая, легкая. Проводка плавная. Но пока у нас... Ну, вот у меня уже готовая бомбардочка сделана, и поплавочка. Окунь выходит. Играет. Шнур со спиннинга снимать не буду. Буду ловить прямо со шнуром. Со спиннинговым. Вот. Здесь в норвежских магазинах проблема с наживкой. Червяков они не продают. Вот. И поэтому я буду ловить на мясо говядины. Взял с собой мяска. Сейчас поймать на самое главное первого окушка. Ну, это у меня уже способ проверенный. Поймаю окушка, потом буду ловить на глаз. Вот. Ну чего, пробуем. Далеко забросил. Ну, давай. Солнце лупит, конечно. И снасть довольно-таки у меня тяжелая. Но у меня сегодня пробный денек. Так, на разведку приехал, так сказать. Сейчас посмотрим. Так, большая глубина.
Добавим глубины, чтобы играл поводок. Поводок сделал специально длинный, чтобы он дольше опускался. Первая поклевочка. Опа. Вот такой горбачик симпатичный соблазнился. Снимаем мясо и вынимаем у него глаз. Вот и все. Все. А теперь будем ловить на глаз. Ну вот, на одном из озер уже примерно полтора часа нахожусь. Соблазнил одного окуня на поплавочку. Поплавочка такая была сделана с коряг, тяжелая. Причем ловил на шнур, не стал там переделывать с блесны, ничего. У меня были готовые поводки сделаны с поплавками уже. Вот, кидал попперы, воблеры, вертушки, зацепляйки, все подряд кидал. Окунь выходит, окунь крупный, хороший выходит, но не берет. На озере везде лед стоит, в одном месте нашел участок чистой воды. Рыба неактивная, осторожная. Сейчас буду делать удочку легкую, снимаю шнур, ставлю леску. У того окуня, которого я уже поймал, одного я два глазика израсходовал. Тут наживку нигде не купить. Норвегия, у них тут такие блесна все не меньше ладони, что такие воблеры они вообще не знают. Все знают. Такое балансирование, не знаю, даже комары появились. Вот, сейчас соберу, наверное, легкую поплавочку, поставлю маленькую полубесенку на нее, легкую. Рыба-то ходит, рыба ходит хорошо, рыба вся тут в берегу. Удивило то, что нет щуки. Видимо, я, наверное, в прошлом году щуку последнюю поймал. Блесна, которые работали прошлые там года, не работает вообще никак. Ну, рыба, как обычно, выходит за ними, а клевать не хочет. Подходит, долбится в нее. Сейчас переделаю спинник на поплавочку, на легкую. И буду пробовать на поплавочку. Хотел ехать в горы туда, на дальние озера. Но там, на дальних озерах, наверняка лед вообще полностью под тяком стоит. Тут маленькая лужица, есть чистой воды. Но рыбалка такая. Не для отдыха. Рядышком находится трасса. Машины гудят, ну как бы так. Нет полного кайфа, так сказать. Ну вот он и соблазнился. Иди сюда, родной. О, хороший. Вот такой окунек. Грамм 200. Приятненький. Ладно. Вот на говяжье мясо. Пойдет опять самец. Легкая удочка, поплавочка. Да, рай для охотника. Куропаток здесь немерено, конечно. Орут, летают надо мной. Да. Полетело, полетело. И бежит. Прикольно. А что здесь? Везде сопки сплошные.
горы, тундра. Вольготно себя куропатка чувствует. Ну, поеду искать до другого озера. На этом озере меня постигла неудача, так сказать. Ну, рыба дело водяное. Опа. Вот, сейчас я тут буквально, может, с 3 километра еще прокачу и выскочу на другую лужу. По этим снегам тут еще тащиться. Все, вышел на дорожку. Вот я прибыл на новое озеро. Опять так же полозеро во льду, полозеро без льда. Но здесь вот у них сделаны такие искусственные канавы. Вот одна, вот вторая. Стекаю сюда, в это озеро. Ох ты, куличок, вот ты наглец. Наглец. Вот, переоделся. И сейчас буду пробовать здесь. Здесь я никогда не ловил. Здесь я первый раз. Ну, будем пробовать. Места неплохие, конечно, но опасные. Я сегодня в одном месте уже провалился. Больше не хочется где купаться мне. Болото, болото не видно низги. Какого ты нам пудришь мозги? Бля. Еще эти палки. Вот как хорошо, что без собаки. Бедная собака была бы в этих кушерях. У меня ластры длинные. Опа. Ё-моё, еще топь попалась. Я не хотел бы купаться еще сегодня. Ногой одной провалился. Хватит. Больше не хочу. Ну вот, наконец-то пригодилась зацепляйка. Нашел место с выходом щуки хорошей. В тресте, в траве, во всякой гадости, короче. Ух ты! Так. Была поклевочка. Ну вот, был сход. Вина моя. Дал слабину. Опа! Ну вот она взяла. Не зацепляешь, карули.
Цеплячка рулит, бля. Ну такая, ничего. Щучка хорошенькая. Но, твою мать. Эти вот палки, конечно, очень мешают ловить. Но вот. Такая где-то кило 200, кило 300. Взяла вот на рапаловочку. Красота. Вот ты, блин, а. Окуняра на зацепляечку вышел. Я видел его подход. Один раз. Такой, да. Добрый. Грамм, наверное, 400 уже. Вот. Еле-еле за губочку зацепился. Ну ничего, это хорошо. Ну вот, соблазнил еще одного акушарика. На глазик. Выдавил весь глаз. Товарищ, извини, но мы у тебя заберем теперь твой глаз. О, хороший горбачик. Хороший. Еще одно местечко расклевал. Ну, такой ладненький. Да. Балда. Пойду прогуляюсь до другого места. Надо окуней подсобрать, а то по трахее в нас снова припрется. Да, места шикарные, конечно. Рай для охотника, но ездесы, конечно, тем более сейчас, которые пушнины никакой, такие. В стране она у нас совсем ничего не стоит. В этой стране не знаю, наверняка что-то стоит. Тут у них все что-то стоит. Куропатки. Классно. Так близко еще их никогда не видал. Бежит, бежит. Где тут вторая была? Ладно, поеду. Thank you.
Да, тут зима еще. Леса нет нигде. Одни горы, да, сопки. Вот такие вот строят избушки тут интересные. Мешки просто с землей собираются вигвамом. Так-то прикольно. Минимум вложения. Прикольно. Ну вот, сегодня залез в каньон. Каньонное озеро. Здесь нет льда. И на березах уже пошли почки. Взял с собой бутылки, ножик, шуруповерт. Наверное, попробую поставиться на березовый сок и заодно здесь порыбачу. Но почки пока слабые, и сегодня немножко похолодало. Может быть, сока и не быть. Пробная березка заплакала. Так что будем здесь ставиться. Вот с баночки Стуборга сделал лотки. И фляжки. Так. Ну вот. Пошел процесс. Пусть потихонечку капает. Ну, береза такая, пока сильно не сосет. Сейчас попробую повыше подняться по угору. Там, может быть, будет что-то такое посильнее, получше. Ну вот, поставил 4 бутылки. Сок текет крайне слабо, вот только с этого дерева, с одного. Так, около дерева подкапывает. Но ничего, мне много не надо. Пусть подкапывает. Больше ставить не буду. Опа. Сейчас пойду порыбалю. Земля еще промерзшая. Тут вообще еле-еле текет. Капочки капают. Ну, ничего, накапает. Солнышко выйдет. Будет, наверное, получше немножко. Ну вот, спускаюсь на свою донизинку, где я вчера ставился. И что у нас получается? Ну, у нас получается все плохо. Капает, но вот стакан сока за ночь, конечно, но холодно. Ладно, ничего. Пойдем дальше к бутылочкам сходим. Тут также тоже стаканчик сока. Комары появились еще больше и больше, скажи мне, хоть и холодно, но их много. О, тут у нас накапала литрушка, натекла, хорошо. Ну, заодно комары уйдут. О, 1,5 литра чистого сока.
трех баночек. А у меня стоит их 6. Пойду возьму еще одну бутылку чистую. Хорошо. Вкусно. Забрался в горы. Углубился в материк. Подвел велосипед. Лопнуло заднее колесо. Вот. Но ничего не поделаешь, надо двигаться дальше. До нужного мне озера мне идти еще осталось где-то 2,5 километра. Потом с него еще десятку до другого озера. Вон сейчас в горах. Красотища. Вот. Снега нету. Красиво. Блин, елки-палки. Да, высоко здесь. Падать, мама, не горюй. Вон город внизу. Вот такой тяжкий был подъем. Теперь на двух своих буду топать. Вот, наверное, такая самая высокая точка в этом районе. Сейчас пойду вниз с горы, туда в глубину материка заскочу. Там есть озеро под названием Апельсин. Вот озеро красивое, думаю, что рыбное. Я там был, наверное, 2 года назад. Ну, кидал спиннинг, ничего не поймал, поклевок не видел. Ну, сейчас двигаюсь вдоль фьорда. О, тут уже зацвела морожка. Главное, на горе. Вроде бы не болото. Вот еще какие-то цветочки. Ну, я не ботан, не знаю, что это за цветы такие. Вот. Ну, так, довольно-таки приятно идти. Голые камни. Плохо, что вот ко мне какая-то туча ползет. Не хотелось бы попасть в дождь, конечно. Нежелательно. Ё-моё, провалился еще. Ну, еще порядка где-то 2 километра. И буду на озере. Да, что-то сегодня у меня не пошло. Идет дождь. Сейчас меня съедают комары. Здесь комаров, мама, не горюй. О, я, конечно, без всяких защитных средств. Ну вот, добрался я до своротки на нужное мне озеро. Вот, озеро называется Апельсин. Такие названия, конечно, тут причудливые. Вот. Вот тут озер получается у нас в этом районе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 озер. Ну, все они, в принципе, между собой соединяются. Вот, вот он, Апельсин. Но круглое, глубокое. Ну, сейчас я до него пойду. Осталось где-то буквально пройти километр. До озера Апельсин. Вот, пришел тут такой маленький пляжик. Это единственный участок на этом озере, где есть небольшой пляж. Вот, с крупным таким песком. Вот ответственная стена. Красота, конечно. Вот моросит дождь. Фу, немножко я подмок. Вот поставил снова не зацепляющую куропаловочку. Вот тут сделал несколько забросов. Мелкий окунек выходит за блесной. Щучьих выходов пока не видать. Но вода большая, конечно. Когда я здесь был последний раз, я вот тут ходил по этим камням, по сухому. То есть пока присутствие весны чувствуется еще. Вода не спала, воды много.
Опа! Поклевка. Поклевка. Кто-то есть. Щучка. И неплохая. Давай. Вылезай, родная. Шнур позволяет мне. С ней. Вот и все. Ну вот, показала. Тропалочка, не зацепляечка. Ах ты, блин. Куда ты собралась? Ё-моё, на такую блесну. Взяла такое ты кушок. Кадр. Иди давай. Гуляй. Не видел щучий выход такой хороший. Щука с берега вышла. Вот, кидал не зацепляечку. Не показывает. Сейчас попробую поставить матовый поппер. Конечно, он полегче. Вот, ну, попробовать надо все равно. Тем более он у меня клевый. Щуку на него я уже ловил. Так у ней и того больше. Сейчас посмотрим. Но дальнего заброса уже не получится. Метров 30. Ну вот, окунь вышел такой, матерых размеров. Сейчас я буду его другой снастью брать. Среагировал он на поппер. Вот, сейчас я его буду пробовать поймать типа на микроджиг. Вот. Выход у него был неплохой. Активность есть. Ёлки-палки. Тут у меня, конечно, не микроджиг. Тут обычная мормышка у меня стоит. Просто эта снасть меня показала себе на другом озере. Я так никогда не ловил. Попробовал. Ну, конечно, не очень понравилось. Ну, по крайней мере, рыба отзывалась на эту снасть хорошо. Наживы у меня, как обычно, мясо, простое мясо. Другого пока у меня ничего нет. Сейчас стало потеплее. Можно было бы муху развести, но у меня для этого нет времени. Опа! Вот он, да, и подошел, родной. Куда ты собрался? Вот такой, блин, горбачик взял. Иди сюда. О, нормальный окунек. Грамм 250. Возможно, 300. Красивый. А теперь мы... Блин. Снимаем мясо и вынем у него глазик. Вот она, поклевочка. Кто там у нас? Наверное, шнурок. Нет, хорошая щучка.
хорошая. Ох ты, плохо зацепилась, да? Плохо цепанулась, иди сюда. Вот это уже 2300, 2,5. Хороша. Ну все. Доволен как удав. Красота. Блин, попала блесна у меня в камни. И вот такая вот беда приключилась. Вот гуляет крючок. Загнул крюк. Елки-палки. Такая блесна у меня последняя. Не знаю, ну попробовал на разрыв-то. Как бы держит. Покидаю еще ей. Но может быть обидный сход. Во, даже щучьи зубки остались. Ё-моё. Да, расстройство. Я думал, здесь сквозняковый крючок сделан. Да ушко, а оказывается нет. А как он крепится там в теле, я об этом не знаю. Ну ладно, покидаю пока такой. Потом что-то буду думать другое. С собой у меня запас блесен-то большой, конечно. Но вот именно вот такого плана блесен у меня больше нет. Вот оно, блин, поперло. Куда же это? Ой, водить сейчас ее. Елки-палки, а? Опять щучка неплохая. Ай-яй-яй-яй-яй. По этим камням прыгать с ними тоже. Иди сюда. Ну что ты уже, все. Блин, хорошая. Очередная неплохая щучка. Елки-палки. Как бы тут все шею не свернуть. По этим камням скакать. Иди сюда. Вот опять двушка. Да, килограммчика два. О, так, время у нас 4 часа 15 минут. Получается, утренняя зорька расклевалась. Хорошенькая. А, красавица. Щука решила у меня блесну до конца раскорочить. Загнула у меня незацепляющий элемент. Елки-палки. Палец почикал, ну палец-то хрен с ним заживет. Ну вот. Ну, блесне хана уже, я так понимаю. Но все равно, что. Уловистая снасть. О, очередная поклевочка. Опа. Идет, идет, идет тут. Ну вот, наверное, щучка опять. Да, так и есть. Так. Надо куда-то, мне это покрупнее будет, чем предыдущий. Ох ты! Ха-ха. До свидания. Ушла, не просек. Ну ладно. Ничего. Хорошо. Ничего. Сделала свечку и ушла. Молодец, хвалю. Вот, все-таки я кушок засекся на эту блесну. Тыркал-тыркал. И наконец-то добрался он до нее. Ну, ушной набор пойдет. Грамм 200. Хорошо. Ну, вот на левом берегу сыграла. Не вижу пока, слепит. Но хорошо. Хорошо идет. Ого. Ох-ох-ох-ох-ох. Да.
Ну, это уже треха торпеда. Хорошая, хорошая. Блин, а? Давай, 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 выходи, выходи сюда. Вот она. Да, наверное, такая, 3,5 килограмма уже. О, вот она какая. Красавица.